Лёш, дебютом. Ожидал ли ты, что сегодня это произойдет? Спасибо большое. Ну, я готовлюсь на каждый матч. Я не знал, когда мне выпадет шанс дебютировать, да, и я на каждый матч готовился, и сегодня у меня выпал этот шанс. Я благодарен тренерскому штабу за доверие. Когда тебе сказали, что ты выйдешь на поле, наверное, перед разминкой небольшой, да? И что ты думал в этот момент? Ну, когда второй тайм начинался, сказали идти разминаться и готовиться к матчу. Насколько сложно в такой матч выйти? Матч с одним из лидеров чемпионата, 0-1 проигрываем. Ну, тяжелый матч. В принципе, все футболисты знают, что выходить на замену тяжело. Еще Краснодар, один из лидеров чемпионата. Конечно, тяжело. Я постарался делать все, что в моих силах. Доволен дебютом? Ну, конечно же, были ошибки, на которые нужно работать, но в целом, наверное, для первой игры более-менее. Ребята, естественно, все были на взводе, хотели победить, хотели сравнять. Не было такого, что кто-то там пихал или там ругал из ребят? Нет, все только поддерживали, даже когда я там ошибся. Все сказали, все хорошо, продолжай, и у тебя все получится. Ну, с одной стороны, отыграли, с другой стороны, ребята расстроены. Хотелось больше, да, чем ничья? Ну, конечно, могли победить, были моменты, но это, к сожалению, футбол. Мы будем делать выводы и работать над ошибками.